Подземное хранилище было жутковатым местом. Я не знал ни где искать, ни даже как выглядело то, что я пытался найти. Но неведомый ангел-хранитель помог мне. Я нашел планы Д6 и карту командного пункта. Но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Артём, у тебя получилось. Я не сомневался. Нашел что-нибудь? Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артём, помнишь Хана? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Может, музон врубим? Танцуем сегодня, мы с тобой танцуем. Конечно, прокатимся с музыкой. Ну вот мы и прибыли. Вот он, первый и единственный форпост человечества в этих местах. Внешняя база Спарты. Оглядись пока, а я посмотрю, что за бумаги ты там нашел. После войны, ну, еще когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Но мы тогда еще надеялись связаться с правительственными бункерами за Уралом. Но по этим бункерам-то в первую очередь противник и целился. Они ведь как сначала? По гражданским целям старались не стрелять. Но, может, для оккупации берегли. Никто же не думал, что это самая последняя война, когда уже все равно. Ну вот, сидел я в радиорубке. Слушал эфир. И пришлось всякого наслушаться. Сибирь молчала вся. А вот остальные
выходили на связь. В том числе атомные подлодки наши. Подлодки еще запрашивали приказы наносить еще удары по ним. Никто не верил, что Москвы-то больше нет. Бывалые морские капитаны, как дети в эфире, плакали. Офицеры и матросы умоляли меня проверить, нет ли их родных среди выживших. Что я мог сделать? Ничего. Кто-то решал отомстить, уходил на пусковые позиции. Мировая война, может, и кончилась. Но у некоторых еще своя война была. Другие поняли, что раз мир уже обречен и так, добивать горстки выживших смысла не имеет. Махали на все рукой. Подлодки еще долго на связь выходили. Они ведь могли в автономном плавании по полгода находиться. Еды и горючего хватает. Ой, ну и деньки были. Как вспомню, дрожь пробирает. Привет. Володя, очень приятно. Можешь выбрать что угодно. По вкусу. Ну, здравствуй, Артём. Вот мы и встретились. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артём. Как знать, куда он тебя приведет. Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в Д6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Вот, дров наколол. Володя? Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. Это подвалы старого храма. Давай, забирайся. Отлично, пора и печку растопить. Темный туннель, грохот колес, запах смерти. Так начался наш путь в Д6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Если верить карте, в Д6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли, но и людьми быть перестали. И еще там видели какую-то хрень. Что-то вроде тумана. Ерунда полная. Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Что случилось? Артём! Эй, с Артёмом что-то творится! Артём! Артём! Артём!
Давай еще на шатыря. Давай. Очнись, Артем. Очнись. Слава богу. Он приходит в себя. Убери свет, ты его слепишь. Артем, все в порядке? Дьявол тебя дери, ну ты нас и напугал. Что это было? Ты можешь встать на ноги? Мы приближаемся. Вот и гермозатворы. Отлично. Тормози. Черт, у меня от этого места мурашки на коже. Боря, проверь ворота. Пульт управления разнесен в щепки. Все провода перерезаны. Я знал, что не может у нас выйти все так гладко. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артем, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Поглядывайте за тылом, ребята. Так, Володя, найди схему первого блока. Ульман! Сначала провода... А потом, по моему сигналу, врубить выключатели. Понял? Здесь что-то есть. 3А на 2D. Что-то к нам приближает. Достало! Получилось! Не хотел бы там оказаться. Это еще что? Черт, темно, как у негра дома. Ладно, давай посмотрим, что там. Десантируемся.